В наше время, утверждают специалисты, чтобы оставаться на месте, нужно быстро бежать вперед. Особенно это касается бизнеса в досуговой сфере. Растут требования потребителей, усиливается конкуренция. По-новому организован дополнительный сервис и в аквапарке «Водопад чудес». Начать перезагрузку выпало предприятиям общепита. Они полностью сменили формат и концепцию, что появилось в результате на площадках уже полюбившихся магнитогорцам ресторана «Лагуна» и ночного клуба «Пиранья», выяснял Игорь Гурьянов. Люди среднего поколения и чуть постарше наверняка помнят, как после посещения бассейна, тогда он назывался «Центральным», и в этом году ему исполнилось бы 45 лет, все мы чуть ли не бегом, очень дружно мчались в ближайшую блинно-пельменную, расположенную на углу Октябрьской и Набережной. Действительно, после активных занятий плаванием самое время либо плотно перекусить, либо легко отобедать. Благо сегодня никуда бежать не нужно. Все под боком, на любой вкус и, что называется, кошелек. И начнем мы наши ресторанные хроники от аквапарка «Водопад чудес» с чего-нибудь подемократичнее. Итак, новость. Ночной клуб «Пиранья» сменил формат. И сейчас это мясной ресторан «Кебаб Хаус». У нас огромный ассортимент блюд, которые мы готовим на мангале. То есть блюда грили. Свинина, мякоть, баранина, говядина, курица, рыба. Все, что ваше душе угодно. Надо отдать должное рестораторам. Переформатируя заведение, отдавая предпочтение свежему мясу и рыбе, приготовленным на мангале, они постарались сохранить в новом формате все то лучшее, чем славилось в свое время «Пиранья». Во-первых, вместимость. Кебаб-хаус может принимать до 400 человек одновременно. На просторах городского общепита едва ли встретишь заведение с таким потенциалом. Тесно не будет. Площади танцпола, банкетного зала, непосредственно ресторана позволят гостям чувствовать себя просторно. Свет и звук традиционно неплохие в «Пиранье» решено дополнить беспроигрышным трендом в виде живой музыки живых исполнителей. Грамотность такого решения стала очевидной на пилотном банкете, свидетелем которого стала наша съемочная группа. Кстати, банкетный зал легким управленческим решением может превратиться и в концертную площадку, чтобы божественные звуки не были омрачены пошлым звяканием вилок о тарелке. Сегодня процесс отлаживания культурной программы в самом разгаре. Устроители смотрят артистов, модернизируют звуковую, цветомузыкальную аппаратуру. Все для того, чтобы не было мучительно скучно, в том числе на новогодних корпоративах и в саму новогоднюю ночь. Для справки, погулять с коллегами в канун главного праздника стоит 1400 рублей с человека. Новогодняя ночь обойдется чуть дороже – 2500 с персоны. Приятно удивлена. Заведение замечательное. Кухня отличная. Можно здесь провести как корпоративы, какие-то официальные мероприятия, так и дружеские вечеринки. В общем, мне очень все нравится. Но что делать, если торч под шашлычок не по душе? Решение близко в буквальном смысле, за соседней дверью. Уютный зал на 50 человек максимум отвечает самым взыскательным вкусам европейского стиля. Сам шеф прошел обучение в Италии, чтобы, как говорится, соответствовать. Вообще, перезагрузку ресторана «Лагуна» решили начать с кухни. И сегодня здесь меню «Дорадо» и «Осьминоги». Стейки и мраморная говядина. На салаты и холодные закуски, как, впрочем, и на десерты, можно просто любоваться, получая эстетическое удовольствие. Да и недаром высшие мастера авторской кухни в один голос утверждают, а в «Лагуне» этому еще и неукоснительно следуют, что вкусная еда просто обязана быть красивой. Учтен даже такой деликатный, скажем, факт, что искомого любимого блюда нет в меню. Не проблема, говорят в «Лагуне», шеф изготовит по индивидуальному заказу, конечно, при наличии исходников. Мне, пожалуйста, жареный хвост крокодила, крайние 7 сантиметров. Хорошо. И снова ценник. На предновогодние вечера без культурной программы 1600 с персоны, в новогоднюю ночь подороже 5500 с программой и напитками. И «Лагуна», и «Кебаб-хаус» уже открыты и уже принимают своих первых благодарных посетителей. Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания ТВ.